27 июня 2015 года. Что такое? Занято. А, значит, разговаривает он. Пошли. Привет. А Жанна, ты подожди, сейчас я. Добрый день. Добрый день. Слышно, да? Да, да, я слышу. Доехала нормально. Границы прошла. Ну, расскажи. Все хорошо. В Москве были. Ну, в Москве там и границу прошли в аэропорту. И мне без проблем, мне не дали даже карту миграционную. Что? Миграционную карту мне не дали, сказали, что я белорусская, что могу так ехать. Не надо даже регистрироваться. Просто у нас же в паспорте белорусском написано, что мы проживаем во Франции. Да, вот я показала ему, и он спросил, что у меня вид на жительство или. Ну, я показала карту идентитет ему свою. И сколько можно находиться? Сколько хочешь, белорусов? Не знаю даже. Вот мы поедем, может, в понедельник. В рай, ну, в город Мамонтово, да. Районный город. Ну, чтобы прописаться, потому что прописываться нужно. Фабрис спит. Разбудите его? Ну да. Не знаю. И сколько летели вы до Барнаула? Сколько? Долго? 2:45 до Москвы. Там ждали 4 часа. Четыре часа до Барнаула. Угу. И где вы остановились вот после самолета? Где? Ну, я пошла к Юле Третьякова. Ну, я даже не ночевала в Барнауле, мы же сразу поехали в Потеряевку. Да. Мы там были в городе до вечера. Нет, на машине нас отвезли. Там сосед один нас отвез. И что, потом в лагере работали? Ну да, ну как. Работа пока не дает ничего. Но... Ну так, помогала стирать сегодня одежду, мы стирали. А тебе надо платье присылать? Да, потом посмотрим. Там много вещей? Нет, у меня много вещей. Ну там вот это что подарили, как ее? Оказывается, там было в этих, как они, полотенца махровые, тебе подарок, ну. Да? Там была открыточка, там была. Ай, не видела. Ну вот, запечатанное письмо. Как ее женщина, подожди. Полотенце подарили, да? Угу. Это где, в приходе? Нет, на работе. На работе. Там в Москве долго проходили вы, нет? Вот это карта. Может, потом вышлешь? Ну хорошо, я вышлю. Когда буду посылать, я вышлю. Вот она написала. Вот такая карточка. Манюэла. Надо ей карту, может, выслать, она мне адрес дала. Не знаю, как. А я уже выкинула конверт. Но она мне дала адрес, я его сохранила. Ну хорошо. Лезет ко мне гулять. Лезет. Время гулять. Фабриса позвать мне? Ну позови. Он спит.
В твоей комнате, да? Нет, а информатика. Да. Для компьютера. А ты оттуда выходила? Да, я была с той стороны, кажется, слева. С углом сидела. Он спит, сказал, не хочет. Ну, может, в другой раз тогда? Не знаю, спит. Ну, как он, Фабрис, хоть? После четверга. Ну, нормально сейчас. Да. Ну, нормально. Нормально, мы доехали потом быстро. Там за эту стоянку заплатили недорого, там где-то 14, может, я думала, много заплатить. Потом заехали в город какой-то, не помню, покушали. Немецкий город, не помню название. Ну, как он, не грустит, Фабрис? А? Не грустит он сильно? Кто-то шум такой. У меня тоже это было. Ну и как деревня тебе? Первое впечатление от деревни? Да, нормально. Так представляла, да? Нет, даже не знаю, как. На видео не то же самое, когда приезжаешь, другое дело совсем. И пешком? А, вас на машине? Ну и город как-то, не знаю, на Беларусь похож, дома такие, архитектура, как Витебск. Барнаул, да? Да. Барнаул. Поэтому ничего такого нового не было. Витебск чище, как бы у нас более там. Все так говорят, вот. Ира вот мне тоже звонит, она, у нее проблема, не может сыновей женить своих. Одному 27 лет, а второму 33. И вот тоже мальчик там с белорусской познакомился, да, вот ездил в Белоруссию тоже, и вот ни с кем не получается. Там одна что-то пообещала ему, потом не приехала. Белорусская его зовет к себе туда, в Белоруссию. Ну вот Виктор слушает, ну проблема, что русские дети, конечно, французам тяжело здесь вот француза найти, или француженку. Ну вот, и тоже женщина, как мы, она приехала как с Казахстана, как беженка уже, как мы, вот она 12 лет. И дети, вот взрослые мальчики, 27 лет, второму 33. И вот она меня спрашивает, нету ли тут... Вот я вспомнила про Катю и про Лизу, студентки, да? Лиза, вот не знаю, как она. Ну так я ей сказала, есть Facebook, есть там сайт «Друзья России». Вот надо как-то выходить и... Ну вот, тоже звонит. Так, Людмила, она вчера мне звонила, я, ну, когда меня дома не было, я ей так и не перезвонила, Людмиле. Но она хотела узнать, наверное, новости, как ты доехала. Ты в церковь пойдешь завтра? Ну, наверное, да. Надо сходить. Ну, тогда скажи всем, что хорошо, все, доехала тоже. Хорошо. Хорошо. Встретили, все, хорошо скажи. Потом, может, батюшке напишу, Батюшке, может, напишу куда-нибудь, он просил тоже спросить. А, код, мы получили код сегодня. Ну, потом, может, напишешь мне? Ну, нет, написать не надо, подожди. Да? Лучше, может, код не говорить. А что это за помехи такие? Короче, адрес, вот я получила адрес, дом 62, как мое день рождения, номер дома 62, а квартира 94. Запомнила? Ну, 62, как и мое день рождения, а 94 запомни. Хорошо, сейчас. Дом и квартира. Да вот карандаш.
Ну, поняла, да? Поняла? Да, но пока не нужна мне карта. Ну, не, ну, нет, ну ты поняла адрес? Да, да. Ну, все. Угу. Вот такие новости. Мы еще никуда не ездили после обеда. Вот я отработала. Это все спрашивает эта, как ее, санитарка. Ну, про Жанну она все. Жанна у них тоже работала в их сервисе, в больнице. Спрашивала новости. Ну, Гаврис стал сделать же шибора. Прячется. Ну. Я немножко порядок навела, твои книжки сложила на место, привела стол в порядок, твой шкаф тоже. Старые вещи выкинула, которые не носили, выбросила их. Ну, а потом там эти положила простыни, разложила. У нас теперь свободнее стало. Ну, я и сильно. Еще? На следующей неделе... Что ты мне дала? На микрофон. Ah, je pensais que tu fumes une cigarette. Des jours, je me dis. Aïe, 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 aïe. Ça va, Fabrice, t'es pas trop triste? Non. Si. Depuis le départ, ça va? Si. Ну и про крещение. Разговаривали про крещение? Да нет, Батэ. Через две недели будет. Ну, что записано или как там надо? Ну, заявление надо подать. Мне надо записать еще Валентину. Туда ее адрес написать потом. И ты трови дюбики? Готовится она, готовится, да. У нас еще приедут, если даст Бог, с дальних краев на крещение. Я на дюпапи, я тут скинфу. Я на? Да. Нет, да? Я тут скинфу, сама, вы замкете па. Ah, j'ai peur. Parce que toi, tu consommes beaucoup de PQ, hein? Oui, bah là, j'en ai pas, moi. Je vais faire des efforts. Ah, comment? Ah, душевые, там есть хоть помыться? Ну, баня, баня были сегодня. Баня по субботам только, да? Да, ну, если нужда есть, можно попроситься. Купаться на озере, скажи. А то ты же какой, мама? Да, Они присылают мне такой бумажки, надо тереть, и потом увидеть это. Ну все, Лихри. Подкали, и пью кубово. Ouais, non, j'ai marqué ça. Non, franchement, ça va bien, vous n'avez pas à vous inquiéter. Je croyais que ça serait dur, tu vois, les conditions, mais non, ça va. Enfin, l'été, je connais pas comment c'est l'hiver. Il fait froid ? Non, non, bah là, il y avait du vent. Le matin, il fait un peu froid. Mais non, après, il fait beau. Hein. 25 degrés. Combien ? Combien ? Combien ? Je vous mourrai. C'est ça ? Combien ? Да. Да, 25-27 было. Сколько? 25-27 сегодня. А, ну я смотрю вот новости «Утро России», смотрю каждое утро, и там передают погоду. Парли! Ба, il faut que tu parles français avec moi. Ба, oui, вопрос de question. Pas de question bête. Ба, si. Non, franchement, j'étais à l'église tout à l'heure. On a été à l'office du soir. Oui, c'est très bien. Mais c'est pas pareil qu'en vidéo, tu vois. J'imaginais quelque chose, mais là, t'arrives et c'est vraiment... C'est dans la réalité, c'est pas pareil. На видео снимали ее, да? Как она приехала? Нет? На видео не снимали тебя? Да, сняли. Сняли, когда ты приехала? Да, да. И в аэропорту? В аэропорту тоже? Ну, после аэропорта, после. Ну, Валентина, она поехала к этим... К родственникам, да? Своим, да, к родственникам. Ну, au niveau des frontières, ça a été aussi... Il y a une femme qui m'a fouillée au Moscou, pas fouillée, mais... Elle a juste touché, tu vois, légèrement, mais avec respect, ça va. Mais Valentina aussi, elle a fait pareil avec elle. Elle a regardé à Francfort. Что она там трогала? Что? Ну, qu'est-ce qu'elle a touché? Не, она так, просто, ну, пощупала меня с ног до головы.
Ну, нормально. Ну, ясно. Попыльше дождь. Ману. Ну, и фонс avec beaucoup de monde, да, все, un peu au hasard. Если платочки, уже значит все. Ну, 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 Quelle heure est-il là-bas? Il est 20h20. Ah. Сколько? 20h20. Ah. Ну, 4 дифферанс. 4 часа, да? Bon, s'il y a des courriers importants, tu m'enverras par email ton adresse exacte. D'accord? D'accord. Maman, elle a l'adresse. Exact. Avec des caractères anglophones, pas séries, comme ça, bon. C'est des trucs importants. Bon, les codes et tout ça, tout ce que je peux donner oralement, très sûr. Mais c'est des choses importantes. Hein. Bon. T'as eu un foulard? T'as changé de foulard? Maintenant, c'est le même que j'ai. J'avais. Да, потом, когда поговорим, напишу. On va te... Fabrice. On va t'écrire l'adresse, comme t'as demandé. Je dis, papa, tu bosses pour dormir? Oui, oui, j'ai été installée avec une dame. Ça va, on a de l'espace. Et там есть дом, где ты ночевала, да, где-то? Домики. Да, вдвоем, да, с женщиной одной вдвоем. Нормально, место есть. Ну, может, я вкусно готовят, вкусно кормят. Вкусно? Да, там сколько, первое, второе, третье. Да, и завтрак первое, второе, третье, обед тоже. Est-ce que moi je peux pas te parler, elle parle toujours en russe, je comprends rien. Ah, écoute, on nous nourrit bien, il y a toujours le trois plats, tu vois, le premier c'est la soupe, la deuxième c'est, je sais pas, un accompagnement avec de la salade, et le troisième c'est le dessert. Donc comme ça, dès le petit déjeuner, on commence déjà par manger bien lourd. À 8h, après à midi, et le soir là j'ai pas mangé aujourd'hui. Moi j'ai eu assez, quoi. On mange assez. А к родителям не поехали, не ездили? Нет, пока нет. К родителям Виктора? Нет, да. Когда вы поедете? Ну, попозже, сейчас пока не получается. Ладно, сейчас... пора, мы уже дома. До крещения пока, подготовка к крещению, вот. Et qu'est-ce qu'ils disent les parents? C'est pour eux, le parent de Lucas. Après, au mois de juillet, papa. Et au mois de juillet, Вот недавно только мы из храма пришли, вечернее богослужение было, субботнее. А завтра у нас воскресный день, очень насыщенный, божественная литургия, там послезавтра катание на лодках. Просмотр фильмов у нас. Je veux parler plus jeune âge, non? Oui, oui, oui. Tu ne nous parles pas russe, allez. Elle m'a dit que. Mais je te demande, je pose une question. Tu parles pas russe? Allez. Liturgie, Жанна, похоже литургия, как здесь? Да, порядок такой, ну там. Да, ну кое-что больше, чем у нас. Первые, да? Первый час, да? Первый час, да. Да, на французском. Ну, молитва немножко побольше, чем там. У нас. Ну и так. Не, ну, немного разницы есть, но в основном тоже. Bah oui, t'inquiète pas. Ты переведи. Moi, je me lave les mains, je me lave les dents. Aujourd'hui, j'ai pris le bain. Je me suis lavé. Pour une fois. Серьезно. А, не обращайте на него, он постоянно шутит. Постоянно. С утра встает и хорошее настроение. Чего? Три фото, мой, 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 мой
Да Бог. Я встаю такая разбитая, вся такая больная, все болит у меня, лунок. Она хихикает. А когда ложится спать, у него все болит тоже, то нога, то... Лежу по боне, не понимай. Али, Маршели, что у вас? Je te souhaite être heureuse. Merci. On se contactera régulièrement. Hein? Découvre un petit peu. Mais vous pouvez pas venir cette année? Mois d'août? Difficile. Bon. Non, pas ce mois, t'aimes pas ce mois. C'est possible qu'on vote septembre, mais pour calculer les tarifs, pour vous calculer tout. Non, t'as, comme ça, je vais te faire un salaire. C'est en septembre, mais. Pense pas, bon. De sentiment, elle ne se mange pas. Pourquoi tu veux qu'on vienne? Bah, je sais pas. Bah, si au cas où il y avait un mariage, ce serait bien. Que... Oh, il y a quelqu'un qui se marie dans, dans ta famille? Dans la famille de Victor? Oui, mais voilà, tu as prié, Fatima. Il y a quelqu'un qui se marie dans ton village? Он говорит, кто-то выходит замуж, ну, женится в твоей деревне нашей. Да вы шутите, там. Ну, это же сын косил, все типа я не рабо. Да что за скажи фильмы, мы он сэ па. О, что он сэ па, он сэ па. Мы он парлера après, d'accord? Après le baptême. Quel jour ton baptême? C'est le 12, 12 juillet. Bon, on verra en même temps. На баптême ты хочешь, чтобы приехали, или что? Не, ну ты что, ну не успеете. А, ну конечно. Бо, жить здесь? Да? Ну так, в самолете не страшно было, не? Нет, нормально. Нет, там обед раздавали. Как-то быстро прошло, мы с Валентиной беседовали. Даже не верится. Отсюда в Барнаула. Далеко-то от Сибири. Allez, ciao. Tu nous, tu me recontacteras quand? Когда можно в следующий раз? Чего в следующий раз? Прийти с ними поговорить. Ну когда? Назначайте. А за кого ты вы? Как хотите. Да? Это... Ну я буду всегда включать этот, ну скайп буду включать, да? Oui. Ну примерно как, какое время ходит? И то пришли в Мягово. Также с 8 удобно будет. Ну, такое же время. Это в 4, Жену. Он еще работает. Жена, ton psy, il va bien là-bas? J'ai pas essayé encore. Là, je suis pas sur le mien. Ну, можно, bah, oui, можно в 9. Pardon. Что? Je montre si son ordinateur va bien. А, не проверяла свой компьютер? T'as pas oublié le chargeur? Non, non, c'est bon, je l'ai pris. Bah, je l'ai mis de côté, le PC, je l'ai pas pris avec moi, parce que j'ai pas trop le temps d'y aller. Déjà, j'ai pris des livres et j'ai pas trop le temps de lire. Alors. Mm-hmm. А с детьми она познакомилась со всеми? Mm-hmm. Да. И ставили детям, да? Mm-hmm. Да. А это же дети не из деревни, да? Это лагерь. Они из Барнаула в основном. Из Барнаула. Жанна. Куа? Ты прендра une carte SIM avec le numéro. Ça y est. On en a pris. Et tu me donneras le numéro de téléphone. Un numéro. Ah, attends. Le numéro de... Par exemple, s'il m'arrive un accident... D'accord, on je bille. Да, но он хочет взять, чтобы мы написали номер. Oui, mais je vais te le donner tout de suite. Сейчас, подожди. Je t'explique. Si maman arrive à un accident...